Донбассе предоставление Украине летального оружия со стороны третьих стран? Ну, как раз это вопрос, который возник вот после, я покажу, после такого доклада, который сделали американские, так, эксперты, бывшие послы, генералы, ну, там очень высококвалифицированные специалисты из Atlantic Council. Они сделали этот свежий доклад касаемо того, что дальше будет с Россией. Ну, так, как я вижу, идет коммуникация в мире, пошли утечки и по Меркель, по ее переговоры с Путиным, и то есть идет большое-большое давление на Россию. Возможно, нам действительно помогут держать оборону, держать вот эту вот линию. Летальное оружие, как мы собирались предоставлять, вот в этом докладе написано, ракетная система, которая сможет остановить танки, БМП, ВТР российские, которые поставляются сюда. Но насчет того, поможет ли это урегулировать конфликт, спорный вопрос, потому что вопрос, как на это ответит Россия. То есть придет ли это либо к эскалации конфликта в дальнейшем, либо это действительно приведет к какой-то стабилизации ситуации хотя бы на фронте. То есть вот в этом вопрос. А как вы относитесь... Решение предоставить Украине летальное оружие третьих стран, если оно будет принято, оно будет способствовать мирному урегулированию? Знаете, я отвечаю за социальные вопросы. И поэтому вопрос всей военной тактики, политики, оружия. Ну, я женщина, я мама, и то, о чем я не понимаю, я не комментирую.